Всем привет, дорогие зрители! Мистер Мачо приехал в район Махмутлар. Нашел здесь несколько трехкомнатных квартир в новостройке рядом с античным городом Наула. Быстренько сниму инфраструктуру, потом поднимусь к квартирам. Вот такой бассейн я уже здесь снимал. Есть генератор, есть детская игровая площадка в той стороне. Тут у нас фитнес-салон, такой просторный, оборудование потихоньку закупают. В этой стороне теннисный стол. Там у нас очень просторная беседка и зона отдыха, как бы, если отсюда вы видите. Вот там зона отдыха, беседка огромная. Отмечать можно день рождения и тому подобное. Здесь у нас вход. Присутствуют два лифта. Кому интересна недвижимость в Турции или желаете купить именно квартиру в Алании, обращайтесь, поможем, чем можем. У нас есть как старостройки, так и новостройки. Так, здесь открытая вот такая парковка. Вход оттуда, расстояние до моря максимум 700 метров, отмерял по карте Google. И здесь у нас парковочные места для велосипедов. Там беседка, вход. Спустимся вниз. Так. Поднимемся на четвертый этаж проекта. Подождем. Лифт прибыл. Просторный лифт. Вместим 6 человек. Поднимаемся мы на четвертый этаж. Прибыли мы на четвертый этаж. Вот квартира противоположная к лифтам. На этаже у нас 1, 2, 3, 4, 5 квартир. Такой коридор и вот квартирка. Тут такая прихожая. Закроем двери. Начну я с какой стороны? Да, здесь отдельная кухня. Начнем мы отсюда. Здесь спальня. Хозяйская спальня такая вот, с выходом на балкон. И здесь у нас санузел. Здесь где-то 9 квадратных метров. Здесь просто душевая. Горшок забрали. Интересно. У спальни только душевая в санузле. Горшок куда не дели, еще раз надо спросить мне. Здесь устанавливается у нас стиральная машинка и мини-кладовка, можно пользоваться. Вот такой вид на античный город Наула. Этот вид у вас никогда не закроется, если там что-то построят. Здесь никогда не закроется. Вот такой просторный балкон, там также есть кладовка. Туда тоже можно поставить стиральную машинку, кто как желает. И кондиционерные внешние блоки ставятся в одни из этих блоков. Сейчас не могу сказать, потому что надо туда влезть. С левой стороны у меня вторая спальня. Тоже 10 квадратных метров. Сюда устанавливается шкаф платяной. Здесь у нас санузел. Здесь у нас вот такой санузел. Сюда также устанавливается шкаф. Вот. Просторное место для шкафа. Тут у нас отдельная кухня. Квартира 95 квадратных метров.
Полностью. Вот такая отдельная кухня. Смотрим, у шкафчиков есть, да, вроде есть, да, вытяжки. И также выход на балкон. Со всех комнат есть выход на этот просторный балкон. Сюда даже можно установить телевизор. Присутствует домофон. Айдат здесь 200 лир. И вот такая просторная гостиная комната. Дорогие зрители, цена этой квартиры 73 тысяч евро. Поднимемся на 6-й этаж. Также у меня есть на 5-м этаже квартира, там цена 73 тысяч 700 евро. Вызовем лифт. А та квартира, которую мы сейчас поднимаемся, там цена 78 тысяч 500. Там хороший вид. Так, поднимаемся на 6-й этаж. Поднялись мы на 6-й этаж этого проекта. Здесь вот такой коридор. У этой квартиры очень красивый вид, как мне сказали. Сейчас увидим. Здесь вот прихожая. Сюда можно что-то установить, какой-нибудь шкаф. Здесь санузел. Вот такой. Здесь у нас хозяйская спальня. У этой квартиры, видите, уже есть хозяйская спальня, душевая. Но горшка нет. С этим горшком. Такая спальня, дорогие зрители. Где-то 10 квадратных метров, если учесть. Кровать ставится вот так в длину. С этой стороны тумбочка, там шкаф. И позади меня можно поставить платяной шкаф. Вот этот угол, какой-нибудь шкаф. Здесь телевизор. Ну. Так, выйдем на балкон. Вот такой прелестный вид на нашу Наулу. Видит море с некоторых сторон. Вот море есть. Видны горы. Этот вид у вас будет всегда. Такой маленький балкон здесь у спальни. Идем дальше. Еще. Дверь хлопнула. Так. Здесь у нас вторая спальня. Она просторная. Где-то 14 квадратных метров. С видом на Наулу. Здесь у нас отдельная кухня. С выходом на балкон. И наша просторная гостиная комната. Где-то здесь 18-20 квадратных метров. Вот такой балкон, сюда устанавливается также стиральная машинка. Также есть хороший вид с этого балкона. Это более-менее просторно, чем другой. Цена этой квартиры 78 тысяч 500 евро, дорогие зрители. Вот так, такой вид. Хочу подвести итог о этом проекте. Проект сдан как-то уже 4 месяца в эксплуатацию.
инфраструктуру вы увидели. Айда здесь максимум 200 лир. Продаются 3 квартиры, 2 плюс 1. Также у меня здесь есть двухкомнатная квартира на первом этаже. Квартира эта двухкомнатная, цена 43 500 евро. На первом этаже я его не отснял, так как у меня уже есть ролик в этом проекте. Кому будет интересно бюджетный вариант, обращайтесь. Цены этих трех квартир: одна на четвертом этаже стоит 73 000 евро, одна на пятом этаже стоит 73 700 евро и одна на шестом этаже с видом на Наул, вот эта квартира, цена ее 78 500. Если вас интересует недвижимость в Турции, а именно хотите купить квартиру в Алании, в основном у нас квартиры снимаем мы в Махмутларе, но порой у меня тоже выходят варианты в других районах Алании. Другие районы подороже, чем Махмутлар, так как здесь много высокоэтажек. Мне многие задают, почему такая разница в ценах. Ну, здесь высокоэтажки, а в других районах разрешают 5 этажей, допустим, в Кестеле, в Каркаджаке 5-6 этажки. В Тосмуре, если даже будет, там земельный участок очень дорогой, в Обе очень дорогой. Из-за этого вот такие вот цены. Но уже в Махмутларе цены поднимаются, и земельные участки очень стали дорогими. Так что, дорогие зрители, я думаю, что нужно поторапливаться с покупкой этой недвижимости, потому что цены идут вверх. Все, с вами был мистер Мачо из Алании. Всем желаю счастья, добра, здоровья, благополучия, радости, позитива и побольше улыбок. Всем пока-пока.